Многие не понимают, что такое продавать нефть с отрицательной ценой. То есть доплачивать покупателю за то, что он забирает нефть. Я просто приведу аналог с логистикой, с транспортной компанией. У нее есть там какое-то количество машин, допустим, они в лизинге. Плюс у нее есть отдел бухгалтерии, отдел менеджмента, бригада водителей, офис, гараж, техник, который занимается ремонтом машин. Все это стоит, ну, за единицу, например, транспортную, за одну машину, ну, допустим, 50 рублей. Ну, в какой-то срок. Значит, если он машину посылает в маршрут, то, соответственно, допустим, это обходится в 100 рублей. В принципе, он всегда продавал по 110, по 120, из которых 50 – это себестоимость, грубо говоря, ежедневная, и 50 – это стоимость поездки. За 120 он продать не может. Допустим, он может продать за 80. Соответственно, он рассуждает так. Если машина вообще никуда не поедет, я получу убыток 50. Если поедет и клиент заплатит 80, я получу убыток 20. И он едет за 80, хотя это ниже его себестоимости. Он едет за 80, чтобы потерять не 50, а только 20. Фактически он доплачивает клиенту эти самые 20 рублей.